В этом году традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек совпало с католическим Рождеством. Более 100 сказочных мультипликационных героев Дедов Морозов, Снегурочек в сопровождении духового оркестра Слуцкой детской школы искусств начали свой путь от молодежного центра под песню «Три белых коня». В этом году, кстати, главный Дед Мороз со своей внучкой прибыли на праздник в карете на белой лошади. Основное действие развернулось на площадке у городского дома культуры. Привет, привет, родители, бабушки и дедушки! Привет, ребятишки! Как мы рады, что вы сегодня пришли к нам сюда на новогоднюю елочку! Сколько детей собралось! Класс, Новый год! Это же такое классное настроение! Позитив, бодрость и волшебство! Выходной день, легкий мороз, солнце и, естественно, многие горожане с детьми вышли посмотреть на новогоднее шоу. Участвовали в игровой программе, отгадывали загадки, смотрели сказочные представления творческих коллективов Случины, танцевали и дружно пели новогодние песни. Празднично-новогоднее настроение подпитала выставка новогодних елок дошкольных учреждений Случины. Всех участников наградили дипломами. Ясли сад номер 4 города Слуцка награждается. Самая творческая, красивая елочка. Есть у нас красотки, вы чё? Есть. Поднимайтесь сюда. А на атмосферной рождественской ярмарке ремесленников можно было приобрести новогодние подарки, согреться чаем и глинтвейном. Детвора выстраивалась в очередь, чтобы рассказать новогоднее стихотворение, которое они специально готовили для Дедушки Мороза. В этой невероятной атмосфере и в таком количестве сказочных героев невозможно не поверить в сказку. Пусть сбываются мечты.